Приветствую, это YouTube-канал Криптомыло, новостная рассылка decrypto.ml, рубрика Криптодайджест, в которой мы рассказываем о самых интересных событиях из мира криптовалюты, технологии блокчейн. С тобой Леонтий и Виталий. Крипто-салют всем, кто с нами. Да, если впервые смотришь наше видео, то подписывайся на наш канал, не забудь нажать на колокольчик и также присоединяйся к нашему крипто-сообществу на ресурсе decrypto.ml. Мы делаем ежедневные криптодайджесты и также периодически разбираем ICO-проекты. Так, надеюсь, криптовать загрузится. Ну, скорее всего, нет. Так что давай будем смотреть по биткоину. Да, в принципе, немножко поднялись. Да, все-таки мы надеялись, что консенсус повлияет на курс как-то лучше. Да, что... Не, ну скажем так, что надежда пока консенсус была, по вообще крайней мере. Никак не отразился на биткоине. Он примерно где-то около этой отметки и находится уже со вчерашнего дня. Ожидания были действительно, что консенсус как-то стартанет биткоин. Но пока мы видим, что биткоин находится в обычном своем таком флетовом движении возле отметки 8700. Единственное, кто зашевелились, это альты там некоторые более-менее. На биткоин пока консенсус никак не отразился. Но еще есть сколько? 2 дня, да? Посмотрим. Ну, давай посмотрим, что происходит с какими-то альтами. Что мы видим? Мы видим Zcash, ну это как бы понятно. Об этой новости мы чуть позже расскажем. По другим, в принципе, альткоинам особо непонятно, да? Ну, может быть, какие-то новости есть? Некоторые альткоины просто будут презентоваться на консенсусе. Вот, допустим, тот же Matrix, насколько я помню, Enigma, Salt. Это то, что я навскидку помню. И это, скорее всего, именно под эти новости, ну, под вот эту новость они как бы и растут. Возможно, какие-то у них будут, естественно, анонсы. Это ни для кого не секрет, что многие разработчики именно под консенсус припасли самые интересные новости. Так, поэтому, подожди, как бы, у нас же Атонами, да, как раз на консенсусе вроде свою демо-версию должны, да, показать? Не, ну они не именно на консенсусе должны. Или они вот на вот этой неделе, блокчейн Week, то что, да, неделя блокчейна в Нью-Йорке. Честно, я не помню. Где-то, да, я просто помню, что это должно быть 15 числа. Когда они покажут, да, и посмотрим. Про это, может, расскажем в нашем дайджесте следующем. Так, ну вот как раз про консенсус получается. А нет, вот про Bitcoin Cash, наверное, нужно сказать. Сегодня же форк, 15 мая, правильно? 4 я PM. Помню, что должен быть форк, но я на этот форк не нацеливался. Ты не особо следишь, да? Просто из-за своего отношения к Bitcoin Cash, да. Есть такие монеты, к которым я отношусь как бы не особо положительно, поэтому я за ними не слежу. Ну, смотри, все равно как бы эта новость, тем более сегодня должно вот произойти. Увеличат, получается, блок с 8 мегабайт до 32 мегабайт. Так, здесь просто, знаешь, такая своего рода, как бы, опять же, ну, сравнение, как вот греческая мифология между биткоином и биткоин-кэшем, да, что тут была одна семья, и все было в порядке, потом вот часть семьи откололась, потом как бы гражданская война началась там и все такое. Вот, сейчас вот идет борьба между, вроде как, там, биткоин-кэш все хочет, ну, как бы, оспорить, хочет отстоять место свое и даже не просто отстоять, а хотят, ну, по сути же, заменить биткоин, да. Вот, но здесь вот тоже интересный видосик такой, я почему-то пропустил его. Не знаю, видел ты или не видел, но здесь вот как раз вот представили как бы эксперимент, пример того, как вот человек заказывает кофе, да, вот здесь вот QR-код биткоина. Видел я этот. Видел, да, видео уже? Угу. Да, его смотри, вот оплатил и все, сейчас вот раз, вот он оплатил, вот, оплатил. А здесь раз, вот все, моментально. Это вот через Lightning Network и это биткоином. То есть как бы вот именно сейчас вот у них борьба идет за скорость, да, получается увеличение же блока именно от Bitcoin Cash, чтобы ускорить транзакции, правильно? А тут как бы Lightning Network биткоина есть. Ну, я особо видосам таким не верю. Я на видосе тоже могу много чего снять. Ну, это да, это правда. Это надо на практике пощупать, попробовать самому, и тогда ты скажешь, действительно ли так быстро, или будешь стоять еще минут 10-20, это свой кофе ждать. Может быть. Так что да, вот сегодня будет хардфорк, и в принципе как-то да, на курс тоже никак не влияет. Ну, так особо.
особо сильно Ну, по-моему, эта появится. новость, вот эта вот по Bitcoin Cash, она уже давно отыграла. То есть у него рост был довольно-таки активный последний месяц. Поэтому, я думаю, она просто уже отыграла к этому моменту. Все, кто хотели как бы войти в него, вошли. Поэтому, наверное, это никак не отразится пока. Так, смотри, по консенсусу, вот странная, короче, новость такая. Ну, не то чтобы по какой-то причине картинку взяли из питерской конференции прошлогодней. Видишь, тут на русском языке. Вот, обратил внимание. А вчера вот мы как раз говорили, да, что вот должно было начаться, и 6500 планировалось, что 6500 посетителей будет, а на самом деле 8500 официальное, как бы, ну, подтвердили количество людей. И консенсус получается, вот эти организаторы CoinDesk в итоге заработают 17 миллионов долларов, да, потому что билеты порядка 3000 стоят. Особенно те, которые пришли именно в последний момент. Вот, это более чем в 3 раза больше, на самом деле, чем в прошлом году получается. То есть прилично. То есть интерес действительно гигантский сейчас вот к криптовалютам. Можно я скажу? Давай, говори. Смотри, получается-то они сделали цену и все, да? Но вот что мне не понравилось, что они просто сделали, ну, многие как бы жаловались по поводу того, что они сделали просто столпотворение. Ну вот да. То есть если это серьезное мероприятие, там должно быть ограниченное количество билетов, если они уж так дорого стоят, для того, чтобы люди, которые платят, допустим, такие довольно-таки большие деньги, чувствовали себя комфортно. Они чувствовали, что они как будто бы пришли, извини меня, в какой-то этот... Experience, понимаешь, да, тут как бы вот об этом многие люди говорили, что пришлось там стоять в очереди час, там 2 часа, потом еще бэдж, чтобы получить, еще нужно было стоять, короче, да. Вот. I think they sold too many tickets, да, слишком много билетов, наверное, продали. Ну, естественно, просто жадность организаторов здесь у меня как бы вызывает улыбку. Просто американцы, как всегда, пытаются заработать всеми возможными способами. И здесь они просто как бы жертвуют вообще своей репутацией, как по мне кажется. Да, и единственное, должно быть вот более красиво все оформлено. Еще хотел вот по консенсусу сказать, что вокруг получается вот этого отеля, да, и везде, где вот получается блокчейн неделя вот этого в Нью-Йорке проходит, там припаркованы везде Lamborghini. И это такой, знаешь, хороший, интересный такой маркетинговый ход. Именно дилеры Lamborghini, да, припарковали эти автомобили, чтобы, ну, получается, где их клиенты, да, вот как раз вот там вот сейчас. А, это типа специальная как бы акция рекламная от Lamborghini, так да, понимаю, да? Да, 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 чтобы, ну, как бы люди ходят, ну, как бы все же знают, что действительно, ну, вот мы же разбирали новость, что, получается, невероятное количество Lamborghini были проданы в прошлом году, и в основном именно за счет того, что люди заработали там на биткоине, в том числе, да, в прошлом году большие деньги. Да, не короче, знаю. Это как такая акция. По мне, Lamborghini, ну, Lamborghini такая машина, именно игрушка, на самом деле непрактичная очень. И проще просто взять ее где-то на прокат и на треке погонять, чем ее себе покупать, собственно. Я соглашусь с тобой. Ну, видишь, как бы тут речь идет о молодых там парнях 25 лет, которые заработали большие деньги. И они не говорят, особо задумываются. Да, есть такая фраза, что понты дороже денег, да? Так что. Так, что у нас следующее? Так, ну вот эта новость, конечно, про NASDAQ. Опять же, мы вот разбирали, я вот новость эту не вытащил сюда, про Goldman Sachs, то, что они площадку свою создают, да, будут эти фьючерсы биткоина торговать, в общем, на площадке. А здесь у нас выходит в следующем месяце, получается, криптобиржа, да? Которая, за которой стоит NASDAQ. То есть вот полностью весь бренд, да, получается, у нас как раз вот об этом и идет, что речь идет о бренде, о технологии. И вопросы вот регулятивные вот эти вопросы, все уже решено, как бы, да. Потому что именно за ними стоит NASDAQ. Так, планируют, значит, они запустить сначала 6 только этих криптовалют, биткоин, биткоин кэш, этериум, лайткоин, и, видимо, еще 2, но пока непонятно какие, да, скорее всего, вот как вот какой-нибудь там Zcash, возможно. С Ripple, наверное, все пока будет сложно, да, то есть как-то их избегают, получается. Да-да, что-то американский рынок не особо любит Ripple, потому что мы уже знаем, что и на Coinbase их им отказали, да, и Gemini тоже им отказали фактически. Да, 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 да.
Да, и Ну вот смотри, вот след... это получается, вот эта вот биржа, она самая интересная в том, что фактически под нее будет запущена платформа NASDAQ, то есть будет взята за основу. А это как бы одна из самых лучших биржевых платформ, то есть по интерфейсу, по удобству пользования, еще по разным там параметрам. И во-вторых, плюс то, что за ними действительно стоит NASDAQ, это очень крупная. И также очень хорошо там будут, получается, все эти валюты с реальными фиатом, в реальных фиатных парах. То есть торговаться не через USDT, а именно через реальные деньги. Это тоже очень хорошо. Да, то есть фиат завел, купил криптовалюты, также потом можешь их продать, на фиат перевести и обратно себе там на счет куда-то банковский перекинуть. Тут же новости сразу быстро, да, то есть по всем монетам, которые тебе необходимы, то есть как, ну, моментально, короче, эти новости будут появляться. Возможность общаться с другими трейдерами. Что раньше, допустим, было на каких-то биржах, типа там Poloniex, можно было общаться. Был такой чат-бокс там. Очень удобный функционал у этой биржи, скорее всего, будет, потому что как бы у NASDAQ, мы знаем, уже очень длинная история, и они этот функционал уже десятилетиями отрабатывали. И фактически все вот эти свои лучшие наработки они запустят в эту криптобиржу. Да, единственное, что можно сказать, они говорят о том, что трейдинг будет абсолютно бесплатным, но чтобы ты мог пользоваться этой биржей, нужно 10 евро, по-моему, порядка 10 евро в месяц платить. То есть, как бы, ну, Да, подписка твоего, да. ты платишь раз в месяц, а пользуешься ты биржей или нет, уже не важно, как бы, но за трейдинг ты вроде как платить не будешь. Ну, на самом деле, для тех, кто трейдингом занимается, это вообще символическая плата. Так что да, ну интересная новость по-любому. NASDAQ запускает криптобиржу. Так, здесь вот у нас следующая новость, связанная с Gemini, получается. Они объявили о том, что вот у них до этого, получается, можно было только покупать биткоин и эфириум, да, эфир. А теперь можно будет Zcash покупать. Это вот когда-то, в ближайшие дни они запустят, получается, торговлю. Вот. И кроме того, в Лайткоин еще. ближайшее время, да, еще добавят Litecoin и Bitcoin Cash. Так что Роджер Вер постарался, и у него все в порядке. Так что Bitcoin Cash уже торгуется и на Coinbase, и на Gemini. А Gemini это, по сути, как бы, ну, похожий на Coinbase, но немножко, как бы, наверное, отличается. Нет, она Единственное, вот такая, как по мне, наверное, она так более нацелена на действительно на крупных клиентов. на крупных Coinbase это для клиентов, да, более широких масс. они еще, видишь, пытаются соблюдать вот эти все законы, там, Нью-Йорка, да, там, и вообще штатов всех. Все делают как нужно, в рамках закона. Единственное, вот видишь, отметил специально, что только в 48 штатах, короче, Америки эта биржа работает. По-моему, на Гавайях, короче, не работает. Потому что у них же в каждом штате какие-то свои, да, законы определенные. В Америке самое запутанное законодательство в мире. До такой степени, поэтому там и процветают все вот эти адвокаты, они там просто как рай для адвокатов. Кстати, Да. вот эта новость очень хорошо отразилась на росте Zcash, он там 50%, по-моему, набрал. По-моему, даже больше. Да, Да, ну именно вот почти 50%. в лидерах за последние сутки именно Zcash в плане роста. Вот. Смотри, дальше идем. Опять же, как бы новость, связанная с консенсусом, но не совсем, как бы. Короче, я не знаю, следишь ли ты за этим проектом Civic. Я Даже его он, знаю, но не слежу. да, в топ-100 находится. И получается, что они как раз вот на консенсусе вот такой вот торговый автомат установили. Сейчас вот покажу на Твиттере. Это как раз вот на консенсусе в этом году. И по сути, если у тебя вот приложение есть от Civic, а это как, ну, приложение, которое подтверждает твою личность, да, короче, ты изначально там просто свои данные вносишь, да, все подтверждаешь, а потом этим приложением можешь пользоваться, где нужно, где необходимо, да, и вот как раз здесь, получается, анонимно можно подтвердить твой возраст, используя, короче, блокчейн, да, вот это вот приложение устанавливается на смартфон. И каким-то образом нужно вот к этому торговому автомату, видно, Ну поднести, смотри, да, там какая приложение, система. Ты должен сканировать. установить это свое приложение, да?
QR-код. И ты все равно этому приложению должен, короче, сбросить скан какого-либо документа, где указан твой год и дата рождения. Изначально, да, изначально. Изначально, да. Он тебя после этого верифицирует. И когда ты прошел верификацию, ты можешь в любом этом автомате с помощью этой приложухи купить. Но перед этим надо быть верифицированным. Это, кстати, ну, с одной стороны, это неплохо, с другой стороны, конечно, не особо удобно. Потому что вот ты увидел этот автомат, да? Ты не можешь сразу взять, установить это приложение и купить. Тебе все равно придется искать где-то документ, пройти верификацию, только потом уже пользоваться. Ну, это сейчас, да, я думаю, на будущее как бы все должно быть уже внедрено, будет уже все об этом будут знать. Просто здесь вот видишь, эта новость я не просто так вытащил, что вот смотрите, там торговый автомат установили, там пиво бесплатно можно получить, если у тебя как бы приложение это есть, если тебе ну, больше 21 года по американским законам. А здесь именно Кстати, а что пиво это что, бесплатное будет там? для тех, у кого приложение установлено, да. Бадвайзер. Понятно. Смотри, видишь, партнерство между вот именно Цивиком, да, вот этим криптовалютным проектом и Anheuser-Busch InBev, да, то есть это самый крупный в мире производитель пива. То есть входит в топ-500 крупнейших как бы компаний. То есть для Цивика это первый такой крупный партнер. И я понимаю, что это, скорее всего, они же не только сделали вот как вот пиар-акцию на консенсус, то есть они планируют что-то более такое серьезное на будущее делать. Понимаешь? То есть, как бы это крупнейший производитель пива. Так что эта новость довольно мощная и для Цивика, и вообще для всей криптовалютной индустрии. Что можно будет смотреть, что будет дальше происходить. Потому что на этом они вряд ли остановятся. Вот. Так, следующая новость у нас с катапультой связана. Как раз вот можешь рассказать вкратце, что Да, почем. ну, кстати, NEM уже недели две назад эту новость объявила. Сегодня уже вроде как объявлено о запуске его. Это катапульта, это обновленный блокчейн-движок для протокола NEM, который уже разрабатывается, я там не знаю, довольно-таки долго. Ну, здесь написано в этой статье, что уже в течение 3 лет разрабатывается данное обновление. Это обновление уже давно ждет комьюнити именно NEM. Оно нацелено именно на, скорее всего, вот это вот обновление, оно больше нацелено на бизнес и позволяет именно каким-то компаниям и фирмам, которые будут этим пользоваться, продвигать свои какие-то решения, блокчейн-решения через этот движок. Данное приложение запускает Tech Bureau, называется, я так Так понимаю, бюро, да. компания, да, которая сотрудничает именно с NEM. И вот такая вот новость. Пока что она, как бы, я вот смотрел, на цене NEM особо не отразилась на самом деле. Но это часто, кстати, в последнее время бывает, когда вроде интересные новости, интересные релизы выходят, но они на цену никак не влияют. Поэтому, как бы, ну это очень хорошая для NEM новость. Я думаю, она в будущем еще отыграет свою роль и положительно скажется на росте их монетки. Да, ну про катапульту действительно я услышал впервые еще год назад, как бы я тогда толком еще в крипте-то не разбирался, но про катапульту слышал, что вот NEM, катапульта, да, и получается вот новость вышла, особо, да, как-то пока не видно, чтобы там как-то на Кстати, вот курс это вот как повлияло. раз показатель того, что вот такие вот новости выходят. Если бы такие новости выходили на бычьем растущем рынке бы, они бы просто бы там совершали бы головокружительные бы прыжки вверх. Когда медвежий рынок, вот эти новости вообще практически не отыгрывают. Вот заметь, единственное, которое новости более-менее отыгрывают для монет, это листинги на крупных биржах. А вот какие-то выпуски, релизы отыгрывают крайне слабо или иногда вообще не отыгрывают. Вот как с Немом, допустим. Вот смотри, здесь как раз вот новость с Риплом, да, как бы мы не особо, да, с тобой за Риплом наблюдаем, тем не менее, как бы, ну, понятное дело, там одна из крупнейших криптовалют, поэтому все равно нужно следить, что они там делают. А вот у Нео, как бы мы знаем, да, у них же вот эта своя экосистема выстраивается, да, то, что они вот эту умную экономику называют, эти вот все другие проекты, которые так или иначе связаны между собой. А здесь как бы про вот Ripple, да, XRP. Обычно говорят, что вот все только про банковскую сферу, да, там, что банки между собой, хотя, насколько я понимаю, банки-то не особо тоже как бы с Ripple
любят работать там и сотрудничают особо. Короче, Они... новость такая, что именно вот они хотят привлекать стартапы, вот предпринимателей, бизнесменов, да, то есть вот здесь вот они будут выделять инвестиции, гранты, инкубатор будет появиться. То есть, чтобы именно, знаешь, вот предприниматели начали использовать XRP в своих вот, в своем бизнесе, короче, да. Не, ну на Что? самом деле это же сами разработчики Ripple изначально себя позиционировали как банковская монета. Они как бы уже, я не знаю, сколько я их помню, все новости выходили в плане того, что у них все было заточено под банковский сектор. И тут они вдруг решили, что оказывается им банковского сектора мало. Но я так понимаю, это скорее Их не всего из-за того, принимают, что... насколько я понимаю. Как-то вот сейчас вот как раз на Subreddit новость вышла сегодня. Можно было ее тоже добавить. Какой-то, получается, провели опять же эксперимент, где вот это, знаешь, R3, да, то, что это вот финансовый блокчейн-то есть, где вот крупнейшие R3 банки это там. консорциум банков по разработке своего собственного блокчейна. Да, и там Насколько? какой-то из какого-то региона в другой отправили, и получается 24 часа все это шло. А Ripple отправил точно так же, и у них заняло это 2 минуты, при том, что на самом деле XRP дошли за секунды, но чтобы обменять, получается, с фиата на XRP, а потом с XRP обратно на фиат, там, по-моему, с доллара на XRP, потом на мексиканский песо, вот это все заняло 2 минуты. А сама транзакция пару секунд всего. Ну, Ну, на самом деле, вот это, они же там, помнишь, Ripple постоянно, там куча банков у них в партнерах. На самом деле банки просто, знаешь, как берут для тестинга, но на самом деле банк это, надо понимать, такие структуры, которые как бы, ну, не дадут кому-то со стороны осуществлять транзакции. Если в банках что-то возникнет такое, то это будет такой централизованный какой-то свой собственный блокчейн, который вообще никакого отношения к стартапам иметь не будет. Это будет закрытый полностью блокчейн для своих каких-то внутренних нужд. Поэтому Ripple, мое ощущение, что ему просто там ничего не светит в банковском секторе. Слишком там такие традиционный, консервативный подход ко всему, чтобы там Ripple приняли где-то. Поэтому они, скорее всего, и нацелились сейчас на расширение именно, на расширение своего этого, своих возможных клиентов. ну да, как бы другую нишу пытаются занять теперь, привлечь вот внимание предпринимателей, бизнесов, малый бизнес, средний бизнес. И как раз вот видишь, получается, обещают инвестиции, как бы инкубатор, развитие, гранты, выделения, там все такое. Так что посмотрим, что из этого выйдет. Так, ну уже как бы к концу эпизод наш подходит. Мне просто вот интересно было поделиться вот этой статьей. На Стимите я ее нашел вчера, про то, что вот как бы бычий рынок, да, постоянно говорят, вот что может повлиять на рынок, чтобы он начал расти. Здесь вот как раз вот говорится о том, человек был, вот этот вот паренек, да, был там где-то на конференции в Лос-Анджелесе, и там именно очень много говорили про security токены, да, как бы. И это гигантский рынок, да, гигантский рынок. Преимущество его, там, если сравнивать там с IPO и со всеми остальными, просто, ну, невероятные преимущества, что это как бы рынок, во-первых, оценивается примерно в 100 триллионов, да, или даже больше. Сейчас вот где-то надо найти. Security token market well worth. Ну да, примерно 100 триллионов. Хотя на самом деле может быть и больше. Вот у нас получается недвижимость более 200 триллионов. Во всем мире, да, как бы это нужно понимать, Но если это ты про мировые рынки произошло. оцениваешь, да, различных активов. Да, здесь просто эту статью есть смысл прочитать, да, как бы так вот именно уделить внимание этой статье Я могу самостоятельно. вкратце рассказать про security токены, кто не знает, что это такое, ну, абсолютно вкратце. Security токены это фактически акции цифровые, либо облигации. Есть security токены в двух пока видов. Те, по которым начисляются дивиденды, как по акциям. Есть security токены, на которых есть там как бы фиксированный процент ну, начислений, это как по облигациям. Вот именно из-за этого их хотят приравнять, ну и приравнивать к ценным бумагам, но единственная проблема этих токенов в том, что чтобы их признать security токенами, им надо пройти процедуру, как для всех ценных бумаг. А это крайне тяжелая и дорогостоящая процедура, и поэтому многие проекты просто не хотят с ними связываться, с этими security токенами. И вот пока не будет вот это вот вопрос решен, как это все проще и быстрее сделать,
security токенов будут как бы прятаться все проекты и уходить в utility токены, так называемые. Поэтому, когда это разрешится, вот этот вопрос, действительно, тогда, возможно, вот эти security токены действительно заменят даже собой акции и другие ценные бумаги со временем. Да, здесь вот как раз смысл именно в этом, что получается можно токенизировать, да, недвижимость, акции, облигации, активы всякие, компании, да, там, даже инвестиции, которые приносят дивиденды. Ну, имеется в виду, да, инвестиция, там, опять же, если какая-то квартира приносит же, да, там, прибыль, там, если ты ее сдаешь, ты можешь токенизировать. Вот, и здесь много, на самом деле, довольно интересно описывает он это все. Тут просто так вот в двух словах все и не объяснишь. Но вот допустим, что получается, вот хоть ты и говоришь, да, что довольно там это трудоемкий процесс, там что это не дешевый, но все равно это получается выгоднее, чем вот провести IPO, допустим. Да? Ну, вопросов нет. IPO это вообще такой геморройный процесс на самом деле. Поэтому как бы я и считаю, что ICO... Они со временем просто задавят IPO. Потом, видишь, опять же, если ты токенизируешь, то, в принципе, весь мир может участвовать в этом, да? То есть, если ты какую-то недвижимость токенизировал, владельцы могут находиться где угодно, понимаешь? Ты просто смотри, вот ну ты вот говоришь, покупаешь. Токенизировать недвижимость. Довольно-таки сложно это понять. Ну, недвижимость, она и есть недвижимость. Имеется в виду, что недвижимость, ну, любой там дом, любое предприятие, его тоже можно как бы разбить на токены. Допустим, взять дом, да, внести в какой-то блокчейн и разбить там его там на миллион, допустим, токенов, да. И ты, когда покупаешь один токен этого дома, то ты фактически владеешь одной миллионной частью этого дома, да. Да. Хочешь купить этот дом, покупаешь весь миллион этих токенов и становишься собственником этого дома. Вот такая цифровка имеется в виду. И тогда фактически как бы этот utility токен будут являться частью... Ну, вот как акция для предприятия. Каждый акционер владеет маленьким кусочком предприятия, правильно? Так и ты, как владелец этого токена, будешь владеть там частью какой-то недвижимости, частью какого-то предприятия и так далее. Вот в этом плане. И в этом плане, скорее всего, и рынок и будет развиваться. Ну, потому что тут, блокчейн это позволит. Тут описывается, да, что именно вот эти всякие крупные инвестора, институционалы, да, они именно ждут именно этот момент. Они хотят приблизить вот именно, когда это реальностью станет, когда можно будет действительно перейти вот на эту как бы экономику, вот, токенизирование. Ну, да, они да? ждут, а СЕК пока нам только завтра обещает все. Да. Смотри, СЕК просто как бы все на завтра, они, по-моему, сами еще толком не решили, как это все сделать. Тем не менее, вот здесь получается, опять же, нужно прочитать эту статью, и здесь вот как раз он рекомендует несколько вот этих проектов, которые будут этим заниматься. Это Polymath Network, видишь, The Next Mega Trend in Crypto is the Emergence of Securities Tokens, то есть как бы следующий тренд такой крупный, да. Это вот Polymath Network, ну я как бы подписался, потом Securitize, это своего рода вот эти как бы платформы, да, которые должны все это будут со временем запускать. И вот T-Zero. А T-Zero у нас принадлежит Overstock, да? И T-Zero у нас это получается, сейчас вот я посмотрю, это своего рода, да, exchange, то есть биржа, которая именно эксклюзивно строится для вот legal trading of the upcoming, то есть где security токены. Но на самом деле этих проектов больше. Ты вот эти три нарисовал, на самом деле я помню по ICO, там очень много более мелких проектов, которые ту же самую проблему хотят решить. Есть проекты, которые как бы эту проблему хотят решить походя, не как основную, а просто как дополнительную, знаешь. Это оцифровка реальных активов, на нее нацелены очень многие проекты, и азиатские, и европейские, и американские. Так и что вот кто ссылочки, в этом выиграет, пока непонятно. Ссылочки я оставлю на эти проекты. Под видео можно будет посмотреть. Так, ну и напоследок получается здесь вот такой видосик. Я всегда как бы знал, да, в принципе, Роджер Вер. В принципе, к нему вот как к маркетологу можно относиться довольно хорошо. Да. То есть человек действительно в свое время и биткоин продвинул. Кто бы что про него не говорил плохое, но он все равно участие такое, вклад мощный внес в свое время. Вот, а сейчас просто как бы статья о том, что вот он... спонсирует вот эту девушку, да, там MMA-файтер, короче, будет она участвовать
в бою, и он как бы главный спонсор, ну или один из спонсоров вот, будет именно этого боя, ну или ее будет спонсировать, короче, во время этого боя. Но, насколько я понял, это всего на один бой, короче, рассчитано. А вчера он просто вот с ней видос записал, где отправил прям ей в режиме онлайн, да, вот пока видео записывалось. Заставил ее, ну не заставил, попросил ее установить как бы кошелек Bitcoin Cash, да, она установила и отправил ей деньги. И вот говорит, смотрите, как удобно, все легко и просто, короче. Ну, Роджер Вер умеет себя прорекламировать везде. Я к нему как бы... Несмотря на твое положительное отношение, негативно отношусь, потому что есть хорошая пословица, когда ложка дегтя портит кучу меда. Я не отношусь позитивно, я просто говорю как маркетолог, да, хороший, а в остальном, ну, вопросы, конечно, есть. Но в данном случае я слово маркетолог в отношении него расцениваю как ругательство. Так что все равно, как бы, это кому интересно, можно будет посмотреть. Вот, нет, просто как вот продвигает себя, видишь, понимаешь, то есть он умеет себя продвигать и абсолютно, знаешь, как бы вот его не интересует, кто что о нем говорит, какие-то негативные вещи, он не зацикливается на этом. Ну это говорит вот о том, что у него совести как раз и нет. Молодец, молодец. Короче, вот такой был сегодня эпизод, если было интересно, можно поставить лайк, спасибо за просмотр. Если есть какая-то информация, с которой хочешь поделиться с нами, то тоже можно оставить в комментариях. Если есть возможность, опять же, расширить с друзьями в социальных сетях, мы это приветствуем. Как бы, ну, для нас это важно, да, если вам нравится кому-то из вас, то можно делиться с друзьями. Все, на этом можно сказать, завершить наш выпуск. Если не присоединился к нашему криптосообществу, то сделай это сейчас. Все, пока. До завтра. Да, всем пока-пока.